В фокусе внимания заседания ВНС и безопасность на водах. На Солигорщине прошел единый день информирования. Накануне идеологи района обсудили главные его темы. Ключевое – послание президента Республики Беларусь белорусскому народу и Всебелорусскому народному собранию. До участников встречи довели основные аспекты выступления главы государства, международную повестку, а также о той работе, которая проводится в области и районе. Темы единого дня информирования были озвучены и в трудовых коллективах с участием руководства района, членов Совета депутатов, делегатов ВНС и других спикеров.